Общий долг россиян по микрозаймам вырос в 3 раза. Сейчас он составляет более 4 миллиардов рублей, пишет российская газета. 4,3 миллиарда, если быть точными. Именно такая сумма передана для работы в коллекторские агентства. Это в 3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. По мнению экспертов, такой рост приобретает опасные черты. Граждане бросаются в микрозаймы, совершенно не разбираясь в том, чем это грозит. Более того, по итогам 2013 года аналитики ожидают рост долгового портфеля до 6 миллиардов рублей и советуют хорошенько подумать, прежде чем решиться взять в долг у микрофинансовой организации и для уверенности проконсультироваться с экспертом.